Так, всем привет из солнечного Пая. Как я узнал на днях, что девиз Пая Do nothing in Pai, делай ничего в Пае. Вот. Мы вчера делали ничего до, хрен знает, скольких часов ночи. В общем, не знаю, спало сегодня только 3 часа. Сейчас поедем завтракать и потом поедем что-нибудь смотреть интересное. Будет круто, я думаю. Ну как вот может быть не круто здесь? Я думаю, все будет круто. Вот, наснимаем тоже что-нибудь еще. Всяких штук интересных. Я надеюсь, я не засну за рулем байка. Не знаю, походу придется еще купить все-таки дождевичок какой-нибудь. Are you ready? Здорово. На ноги буду, надо, мы жрать, короче. Ты как? Здорово. Ты как? Привет. Я, ну, пока... Ты какой, блядь? А? Да я что-то не спали, ни хуя толком. А что это? Да хуй знает. Мы ничего не делали. Мы слишком долго ничего не делали, не могли никогда еще. А, видос я, да, запорол? Я забыл, что ты снимаешь. Почему? В горах туман, мы сегодня хотели ехать в горы. Ну да, да. И что, типа не поедем или что? Ну там реально облака. Я думаю, что там еще не видно следующих гор. Ну или хуйня. Да, я в колени, конечно, намазал у нас. В горах облака. Сейчас вернемся, да, намажемся, а то смотрите, какие у нас загары. Лучше сейчас помазать. Сейчас утро и солнце. Ну сейчас не утро, сейчас общее время, сейчас не надо. Так а куда вы сейчас собираетесь? Позавтракать, типа, да. Позавтракать, ну, и вернемся, мы и потом собраны, в поедем. О, давайте, да. Отлично. Слушай, я посмотрел даже вот на этой карте, короче, которую мы выдали в мотопрокате, там, так сказать, как минимум 4 интересных места я нашел для о, себя. О, да, да. Вот, я думаю, с такими местными чуваками, как вы, мы должны еще больше мест найти. Ну, типа вчерашнего Геста. Все, сейчас мажемся кремом. Блин, я вот 2 минуты побыл на солнце все это время, что снимал с видео, у меня уже кожа болит. Вспотел, да, прикинь. Я не вспотел, не, у меня кожа заболела. Машется? Ой, слушайте, манделы ползают постоянно. Не, насекомых, кстати, ну, не знаю, меня вот сейчас спрашивают. Да терпимо, только эти комары за мной кусают. Слушай, не, вот я... Пока ты не привык, там привыкаешь уже. Пофиг, я как-то ничего. Не знаю. В Москве, как ты знаешь, один комар залетит там. Да, здесь всю ночь. Здесь такого нет, я ничего не чувствую. Они молча, они кусают молча, молча, да. Да, это твари. Это все хорошо. Молчаливые, подлые твари. Ждем кого-то? Да не поехали с нами. А? Кушать, поехали с нами. Только давай не впереди меня, пожалуйста, и резко не тормози тут. Поехали жрать, не хочешь? Нет, жрать не хочу. Ну, если тут гулять, вы куда-то. Не, мы жрать и потом вернемся. А. Thank you.
Серег, ну я предлагаю по городу немножко проехаться, посмотреть. Мне вот там понравилось. Не, Серег, я хотел что-нибудь такое, но не совсем. Я говорю, ты хочешь такой же, это, ну, типа, такой, типа, ну, минимализм. Ну да, да. А-ля бич, который. Да, и стайл, бомж, да. Ой, бомж, ёбаный. Какой бомж, вот, кстати. Маленькая, но... Ну, блин. Ну, там нет ничего вообще, хотя... А это что? Хотя я там ям хочу, как бы. Что там должно быть? Ничего. Ну, давай пройдемся вперед. Ну, смотри, а то там розовые яйца есть. Да. Ну если что, сюда вернем. Давай проедем. Мопеды убитые, но ездят. Разгоняются, правда, очень тяжело. Хотел посидеть. Вот там сидели напротив вчера. Чтоб там навес был. Ну нет, вот я про соседей, чтоб там навес был, там, короче, столики пустые, понимаешь? А ты какой-то прям минимализм. Какой навес? Типа на улице? Ну вот, типа, блядь, типа такой, только поменьше. Ну ладно, короче, еще что-то.
Попробуй продавить. Слушай, а вот... Ну все. Вот и закончился пай. Слушай, ну вот... Не знаю. Дальше есть чего, нету? По-моему, нету, да? Давай поедем назад, там вот открытая была недалеко отсюда, небольшая. Блин, это возле твоей бабушки вчера. А, слушай, у нас же еще надо этот видок как бы заснять такой, чтобы вид там был прикольный. Ну, слушай, чуть-чуть будем дорогу прикладывать. Знаешь, не кадр. Там еще вон хай, вот туда можно поехать. Да? Далеко красный? Я думал, ты собрался ехать на красный. Поворотник убери. Вот сюда? Вон там можно попробовать. Там? Там движухи нет, но место тихое, спокойное. Я пожрал бы. Но движуха какая-то. Нет никого. Давай тогда. Заправил на 150 или что-то около того ватт бензина и катаюсь уже тут третий день, и бензин как был на максимуме, так и остался.
Ой, Серег, Серег. Серег. Серег, блядь. Что ж ты не слышишь ты меня? А в эту фигню? А вот этот под навесом. Тихое, спокойное местечко. Давай здесь. А? Что там где-то? Ну, бля, сзади. Тихое, а спокойное, под навесом. Ну, какая-то вроде была еда не какая-то. Или, по-моему, не очень хорошее место, смотри, что думаешь. Смотри на него. Ну, как хорошо. Ну, что, говорят, дальше пойти? Не знаю. Ну, дальше, по-моему, нет ничего. Можно если только совсем в деревню, нет? Поехали в деревню. Я, короче... Что-то мы не можем решить. Да. Давай на нем и остановимся. В общем, нашли какое-то тайское кафе на окраине Пая. Глухое место, долго искали. Сауди кап! Я думаю, надо сесть сюда, чтобы камеру туда поставить. Вот, хотим снять типа таймлапс, что-нибудь типа того. Вот, тихое место, хотели больше динамики, но... Ладно, уже. Так долго ездили, долго искали. Уже, как сказать, чувство голода. Преобладает. Так, томка. Слушай, томка, вот хороший супчик тоже надо. Он как? Такой типа том-ям, тоже знаменитый. Как называется? Томка, вот за 50 бат. Слушай, вот здесь выбор ничего себе. Суки. Может, суки купим? Я видел где-то, не знаю, не я. Я уже, ну, наверное, это знаю, что-то, какой. Это креветки с... Роднар, это мидии. Так, ну что тут? Цена. Ну, томка, 50. Ну, в общем, 40-50, вот за 20 бат даже есть блюдо. Том-ян кун есть. Том-ян куно. No have? No have? Хорошо. В общем, меню дали, но... Но, короче, есть из меню только одно блюдо.
который я уже, кстати, ел неоднократно. Что-то такое хотелось попробовать сегодня новенького. Блин, у них, понимаешь, у них есть, конечно, у них все для фарангов. Вот как вот мы были на Касане пару дней назад, заказали том-ям тоже. Ну, это какой-то, не знаю, это был не том-ям, а какой-то, тайский вариант щей каких-то, я не знаю. Ну, неудачный попался, они же разные бывают. По-моему, они, я читал просто год назад еще, то, что они для фарангов готовят как бы более какие-то упрощенные рецепты, то есть, ну, меньше заморачиваться там. Фаранги все равно не знают тайской кухни, вот. Поэтому как бы мы стараемся выбирать тайские кафе, где едят тайцы, то есть, ну, чтобы попробовать оригинал. Так, нам принесли какую-то воду. Я вообще не знаю, можно ли ее пить. Вот, но поскольку я пил воду позавчера в деревушке, в горной по дороге сюда, вот там даже потрошовее было, чем здесь. Я думаю, после этого мне уже ничего не страшно. Кстати, никаких таких, так скажем, видимых эффектов, да, не было, то есть плохих. Выпил нормально все, два стаканчика водички там выпил, как подростковый супчик. Ты вам пили у меня, руки не мотай, ма! Лена! У нее какие-то рыбные шарики, она там накладывает. Блин, это самое нелюбимое, они хрустящие, скорее всего. Я их не люблю. Не, он не понял, хрустящий, это была рыбья кожа, что-то из того, шарики, это они нормальные. Это мы в Бангкоке пробовали, короче. Тайские ложки, я купил вчера пачку таких. Там салфетки есть, здесь нету? Вот, салфетки. О, так, салфетки, как обычно, туалетная бумага. Так, такое. Ну, по-моему, прикольно. Специи. Что за шарик? Так, и вот это какой-то соус, скорее всего. Соевый? Или рыбный? Нет, точно не соевый, это либо рыбный, либо устричный. Вот. Кто не знает, рецепт... пойми, ни слова, короче, кто не знает рецепт рыбного соуса, вот Сережа может всем нам рассказать про рецепт рыбного соуса. Севенти? Yes, total. 70. 35 рублей сколько? Слушай, ну за 35 рублей он был тогда, получается. За 35 рублей он был хорош. Так, и нам еще принесли вентилятор, поставили. Сиги не забыл. Thank you. Папунка. Папунка. Bye. Сиги, сиги. В общем, да, искали тайское кафе, чтобы не для туристов. Вот, вроде как нашли, но здесь видок, конечно, не очень. О, вот это видок. Вот это не очень. Вот. Ну, супчик, короче, с этими фрикадельками белыми, которые, да, напоминают пельмешки. Лапша. Соевые ростки, арахис, вода бесплатно.
свет выключи, ты меня сбиваешь с мысли, я же за тобой еду, я не ориентируюсь здесь. Вчера рынок? Да, вчерашний рынок. Фух, ты сказал, проебали поворот, я думал, проебали камеру. В смысле, а... Резко не надо, а вообще я дистанцию, ну как, вообще смотрю, куда еду. Мы где-то 80 км ехали сейчас. А? Ну я, видимо, отстал и себя догонял там, у меня 80 ездил, ехал. Ну и ничего, камера не упала. Опять говно, это становится неохота. Ты тоже, да? А? Ты тоже решил в грязь не становиться? Да. Поели, поели. Том ямочку? Да нет, нет. А что? Тут отдельная история с этими. Мне пришли, короче, в кафе, прикинь, нам дают нам меню, там лист А4, там у них блюд, не знаю, сколько, ну много там. Ну, вот, ну типа дайте нам это, а этого нету, а дайте это, и этого нету. Короче, уж ну, тыкали, ничего нету. Я говорю, в итоге говорю, а что есть-то, мол? Как в том кафе, короче, одно блюдо.
А что, больше кафе нет на весь город? Мы искали трушное тайское кафе, чтобы только тайцы ели. Так вот у них там одно блюдо есть, я тебе говорю, а ты, блин... Я туда не хочу, блин. Когда поедем, куда? Сейчас. Ну, я пойду к шлем брать. Аппарат я не буду брать. Как хочешь. Ну почему? Смотря что там это. Вообще там должно быть красиво. По дороге сюда просто, да, нашли в этом самом... В горах, да, решили остановиться, дождь. Вот, и решили пообедать по случаю дождя. С ним собирались. Ну да. Вот, нашли кафе, короче, по дороге сюда, в горах. Вот, и заказали два разных блюда. В общем, я вроде как заказал лапшу, а Глеб заказал суп. В общем, в итоге нам принесли два одинаковых. Это была и лапша, и суп одновременно. Икс-тай-стайл. На всякий случай возьму, если вдруг до каких-нибудь источников там дойдем и так далее. Источники в другой стороне. Ну, я... Ну, можно взять. Мало ли, куда-то. Никого нет. Ничего, надо умыть лицо. Надо еще воды купить. Бить белокурый ребенок, они необычно. Вот поправь. Смотри. Сейчас бы это заснял бы, было бы весело. Юрий, давай я где-нибудь впереди между вами поеду. Водички? Не знаю. Бля, уехали. Сейчас скажу.
Больше ничего в зеленый не окрасилось? Я вот там на выходе. Не, моча не будет. Смотри. Сейчас не включай, нет. Ну, включу. Когда там будут, когда в деревню будем въезжать, там люди вот так вот все начнут болтать, ты их снимай обязательно. Потом можешь там остановиться, там что-нибудь спросить, what you want, там что-нибудь. А ты смотри, еще какие-нибудь знаки делай, типа, чего, и они будут еще продолжать. Только головой не москвай, а просто чего там. Там хочешь, дай ей сигарету там. А, все, я понял. Ну да, да, в таком случае. Остановиться придется. Понял. Смотри, горит вроде? Не, не горит. Не горит? Нет. Вот так вот новый аккумулятор работает. А ты смотри, а то он гонит, блин. Улетит камера. Вот это школа. Прекрасно. Да, поехали. Уже улетел.
Что-то она ничего не показывала, она сразу сказала опиум, марихуана. Давайте. Тебе? Да. Как это он? А, в принципе, блин, ну если его это... Вот да, вот я говорю, надо тут как-то найти это место. Как. Смотрите, худые собачки. Я их убрал. А? Песиков любишь? Песиков любишь? Ух, нифига себе. Исполняет. Выпрыгнул так. В общем, там, где стоит толпа тайцев, вот они оттуда скатываются на задницах по камням и, соответственно, вниз в воду. Ну, вот этот человек с середины. Слушай, там ни одного европейца, да, нету? По-моему, да. Хотя вот в тот раз мы здесь были, здесь одни... Не, мы когда пришли, там был белый чувак, вон он скатился. Мы когда пришли, был один европеец там. Хохол, небось. Хохол? Что ты взял? Все они. Нет, тут были прыгали, правда, они такие вылезали все-таки. Самый, ну как сказать, белая кожа признак аристократического происхождения. Надо было снизу так чуть-чуть. На Качанге лучше, да? Ну, водопады. Водопады на Качанге, да. Не, ну здесь тоже первый водопад. Есть такой лайтовый. Есть и другие. Ну, видишь, убирают. Ну, правильно, типа, свиноты. Не свинячки в лесу. Ни в русском, ни в тайском. Это же, блядь, некрасиво. Едем в деревню по красивым горам. Поехали.
они камеру увидели и не встали. Окей. Марихуана. Что? Что нет? Не снимай. Выключить? Окей. Нельзя снимать, короче. Конечно, нельзя. Ты... Проехали какую-то наркоманскую деревушку. Все, короче, бегают с тобой, впаривают. Weed and opium, марихуана. Вот. Не знаю, мне показалось, что это не тайцы, потому что какой-то другой у них немножко язык, что-то там пытался с ними. Лясим-трясим. Вот. Я, конечно, по-тайски еще, да, тот черт. Ну, не знаю, мне показалось, что что-то какое-то, может, это племень, какая-то народность. У меня охуенный секси-шлем. Все тёлки так и прыгают ко мне на мотоцикл, блядь. Но других шлемов здесь нет. Я вообще хотел поснимать, короче, тайскую деревушку, типа быт. Где там кто пропал? Камеру включил? А? Камеру включил. Я хотел вот именно деревушки, домики поснимать их, не деревушку. Саш, давай вперед, а то я дороги не знаю. Только не пусти. Из Европы, блин. Обколется своей марихуаны. Не, вообще стрёмно, короче, управлять этой штукой одной рукой по какой-то раздолбанной грунтовой, я не грунтовой, бетонной дороге.
есть какая-то китайская деревня. И сейчас мы их посетим. И Глеб нам обещал устроить лекцию по китайскому чаю. Если мы его, конечно, там найдем. Собака? Пытался посвистеть, но в горле пересохло уже. Сейчас подтянем свой китайский еще здесь. Сейчас мы все офигеем от красивого вида. Но если честно, я уже здесь устал офигевать от красивых видов. Ну, посмотрите, посмотрите за мою спину, это, не знаю, просто потрясающе. Так, пойдем сейчас вон туда. Вон туда, и там вроде как еще поют каким-то чаем. Тикет. Сауди кап. How much? It's ticket. 20? Okay. 20 baht hot. Yes. Thank you. Чем стоим, Глеб? Чай? Чай. А это ты здесь нам хотел, нет? Кружки. От кружки там. Дорога вообще адская, подъем сюда адская. Еще один поехал туда. Да, здесь бегут за чувачки на красачах. А ты платформу взял с собой, не? А, Глеб? Блин, все-таки на горе нормально, надо было на гору ехать. Чайник это хорошо, но его надо куда-то наливать, иначе он крепкий будет. Игорь, горький. Есть платформа для камер? Угу. Это, а черной нету, да? Да, погода такая, что на гору сама. Ну туда надо закладывать полтора часа туда, полтора часа обратно. И еще там час, ну, грубо говоря. То есть не будет дождя. Чайников много.
один нужен чайник был или это как его. Все, я тут сейчас, я быстренько все это выпью, я чай люблю. Там хороший чай. Ну, короче, завтра точно ломанемся. Просто у нас такая фигня, что сам ребенок спит вот днем там с 2 до 4, например. Ну, вот. А ты с ребенком хочешь? Ну, да. А ему не тяжко? Отлично. Ему не тяжко ли будет 1,5 часа туда, 1,5 обратно? Ну, ездили. Ребенку 2 года, на минуточку. Так, идем все-таки на смотровую площадку. Мы вроде таймлапс поснимали, чай напились. И вроде собрались уезжать. И в последний момент я все-таки думаю, блин, надо все-таки подняться. Посмотреть, что здесь как, да? Стремно. Так, вот это вот, по-моему, китайская деревня, через которую мы сейчас проехали. Я не знаю, где наша деревня, может быть, вот это наша деревня. А может быть, она где-то еще. Если так я. Дорога, туалет, ладно. Давай ты сзади. Охренеть!
А, не, слушай. Может, машина старая, больная? Не, нифига. Не, я просто пугаю. А, может, писи чешешь сегодня? Писи чешутся у собачки. Ути какой. Ути. О-о-о. Не, у меня нет. Вид красивый, смотри. Да, симпатичный, все аккуратненько. Пони. Удобство. Пони? О, лошади, слушай, не заметил. Окей, how much? Ten? Да взяли. Ну куда? Да, ладно, ну ладно. Сейчас будем кормить рыб. GoPro. Не видели GoPro, не знаю. Место очень туристическое, думаю, все не видели. Такой ажиотаж вызывает GoPro. Я думаю, просто здесь туристическое место, а не? Да, туристическое. О, какой-то здоровый. Подальше от этого. Во, отлично. Ну, хорошая. No, picture no. Так. Понеслась. Я плачу по кругу. Какие-то мелкие. Нет, кидай мне сюда постоянно. Я. И шмяки шипят. Все. Game. Что тут еще? Перец. Все. Only fish? Mm-hmm. In this area. Только рыба здесь будет еще? Рыба, да. Рыба тоже. Goodbye, thank you. Cup on cup. Видишь, как он поднялся на этих вот маленьких пиздюшках? Часы у него, брат. Часы я не брать не могу. Часы, браслет золотой. Вот на такой маленькой хрени можно подняться здесь. Причем это, наверное, какой-нибудь собачий корм или типа того. Собачий корм, да. Стоит большой мешок 49 бат. А, то есть можно, короче, свой купить собачий корм и прийти, да? Да. А по этой фигне можно ходить разве вообще? Жопой писькой. Ой, опять рыбы.
Тут рыба, ого, надеюсь, будет видно. О, белая. Рыба-альбинос он есть. Так они тоже так бросаются. Ой, одна хромает, бедненькая. Горит, смотри. Ух ты! Да, я это хотел, будет взлетная полоса, да? Он рабочий? Да. Обалдеть. Ты видел, как это там выпало? Да, да, да. Ну, заедем. Что, дальше? А. Саня, это что, пай, что ли? Кружок сделали? Блин, я не хочу. Нормально, я случайно нажал. Thank you.
снимать руку? Руку не. Ломились, короче, на холм, я не знаю, как называется. Наверное, какой-нибудь Будда Хилл. Снимать закат, но, как видите, мы опоздали. Вот, придется вам надо завтра приезжать. Смотрите, это Будда. Так, тут еще не совсем достроили все. Ну, вот смотри, что здесь. Я имею в виду, где можно поставить таймлапс, камеру для таймлапса. Привет! Привет, Мишка! Привет! Стеснялся. Слушай, ну мы не успели, походу. Потаймлапсу немножко. О, сейчас. Все это есть, по идее. Хотите Будду? Будда. А вдруг что-то интересное? Так, вот так вот. Наверное, стройматериал доставлять сюда. По этой штуке. Так, техника безопасности, короче, у них на высоте. На высоте Будды. Что это такое? Какой-то кусок Будды, что ли? Не знаю, что это. Ой, опять эти лопухи на деревьях. На деревьях. Так, наши уходят, надо ломиться.